Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Walking Dead, эпизод 3, долгая дорога, и как видите, дорога действительно долгая. За последние серии 3 произошло столько страшных событий, мы потеряли Лили, мы потеряли Гуся, мы потеряли Катю, мы потеряли Карли, у нас просто какой-то кошмар. Сейчас нам посоветовал вот этот вот наш новый попутчик. Подстричь Клементин. Сначала мы пошли ему бить морду за то, что он ей сказал, что она умрет. Но потом он нам объяснил, что если мы на самом деле будем так бездумно действовать, то, естественно, и она, и мы погибнем. Сказал подстричь ее, потому что ее за волосы кто-нибудь рано или поздно схватит. Научить ее обращаться с оружием, чтобы она его не боялась. И вообще какой-то план выработать. Но давайте сначала с Кенни поговорим, потому что ему очень тяжело пришлось. Можно секунду? Оставь меня в покое. Кенни все. Кенни ушел в себя пока. Так, я вообще-то выйти хотел. Бен тоже в депрессии. Нас не так много осталось. Да. Ты, я и Кенни, Клементин. Бездомный, если с нами останется. Я не знаю, можем ли мы сейчас на Кенни рассчитывать. Ну, нормально он ведет поезд. Просто не знаю. Я всех потерял из-за этого. Я даже в дом не попал. Что, кто знает, что с моими родителями? Почему ты не попытался их найти? Со мной никто не пошел бы. Давно это было. То, что произошло с Кенни, другое. Наверное. Карли не должна была погибать. Она бы меня убила. Да, возможно. Пока. Ну да. Карли убили, твою мать. Блин, только привязался к этой девушке. Надеюсь, мы недолго будем ехать на этом поезде. Так, выпивка. Где-то здесь, в его коробке, должна быть. Должны быть ножницы. Или здесь. Ну да. Вроде чистые. Эй, Клем, ты поговорил с ним? Да. Он объяснился и сказал несколько умных вещей. Слушай, я не дам тебе позволить чему-то плохому с тобой случиться, но нужно как-то подготовиться. Ну, хорошо. Не волнуйся. Ладно, что мы будем делать? Нужно план составить о том, что мы будем делать в саванне. Научить тебя защитить себя и подстричь, чтобы тебя так легко схватить нельзя было. Хорошо. Тебе нужно научиться защищать себя. Прятаться или убегать? Понятно. Я имею в виду один из этих. Не бойся его. Это просто вещь. Возьми. Но знай, где твой палец все время. На курок. Не помещаясь, не хочешь кому-то повредить. Хорошо. Видишь, не страшный. Тяжелый. Ты будешь сильнее. Чтоб целиться, смотри через эти... Целься, в общем. Еще что-нибудь нужно знать? Задержи дыхание, держи и стреляй. When you're ready to shoot, make sure you're not breathing too hard, and then hold your breath right when you pull the trigger. На выдохе, значит, как когда плаваю. Нет, на секунду задерживай дыхание. Так будешь аккуратнее. Трудно, но поможет. Я могу это сделать хорошо. Надо было искать, что в голову нужно целиться. Good. Don't lock your elbows. Okay. Ладно, давай стрелять. Плавно курок потяни, я закрою твои уши. Потихоньку.
В порядке? Рукам больно. Мне не нравится. Давай привыкать. Я должна? Да, должна. Спокойно. Аккуратнее. Я не вижу цель, чуть-чуть повыше. Оп. Правее. Почти попало. Вот. Молодчина. Отлично. Хороший выстрел. Блин, это лучшая игра от Telltale. Посмотрите, это шикарно просто. Так. Чуть-чуть правее, по-моему. Чуть пониже. Вот так. Отлично. Ну где еще такие моменты будут, да? Они очень важны для атмосферы, для сюжета. Да опусти ты руки. Вот уже с первого раза. Хорошая работа. Сдержал дыхание. Оружие не дрожало. Видишь? Хорошо справляешься. На ходунов-то нет? Да, нет. Но теперь ты знаешь, как стрелять. Когда-нибудь научим тебя стрелять и в ходунов. Я чувствую себя хорошо. Не страшно. Нет? Так, теперь нам нужно постричься. Ты научил Клементину ее защищаться. Ну, то есть защитить себя. Тебе это, возможно, не понравится. О, нет. А что такое? Нужно о твоих волосах поговорить. Они небезопасны. Это не очень круто. Что? Ты говоришь, что они пахнут? Нет. Потому что воняют. Помнишь, когда их... Тебя хватали за волосы. Может снова повториться. Если это будет ходу, нужно их постричь. Просто подровнять, да? Нужно короткими, чтобы они были, чтобы их не схватить было. Ладно. Давай сейчас этим займемся. Наверное. Не трясись. Это будет хорошей штукой. Полезной. Ты знаешь, как это делать? Нет, ни малейшей идеи. Я не очень хороший парикмахер, знаешь ли. Я буду как мальчик выглядеть. Но ты подумай, насколько тебе будет безопаснее. Я бы лучше умерла. Ну-ка, замолчи. Ты кого-то убил, значит, да? Да. Я рад, что ты мне сказал. Я тоже. Теперь ты много чего убил. Уже значения не имеет. Нет, ну это другое. Но теперь ты делаешь это, чтобы защитить себя и защитить меня. Меня в тюрьму послали. Люди постоянно в тюрьму попадают, когда они должны бы. Вечно. Вроде как закончил. Несколько кусочков еще подровнять. О, у меня, говорит, есть резиночки. Лили мне их давала, чтобы спать удобнее было. Все, отлично. Тупо выглядит? Нет, выглядишь милой. И теперь тебя труднее схватить. Такая недовольная. Так, ну что? Что нам дальше делать? Бутылку возьмем, отдадим ее нашему бомжику. Да, в принципе, все. Опасно она едет, там будет какая-нибудь кочка. Ну, конечно, вроде как дорога ровная. Кому дать ее? Кенни, чтобы он накидался. Ему бы сейчас это не помешало.
или алкашу. Хотя, конечно, бутылкой никогда ничего не решишь. Было бы круто добраться до воды. Ты до сих пор хочешь до лодки добраться? Лучший план. Это лучший план. Понятно. На, бухни. Не думал, что это осталось. Спасибо тебе. Хочешь? Нет, у меня ребенок на шее. Ну смотри. Если кто захочет, скажи. Хорошо. Так, что дальше-то? Чак хочет, чтобы ты знал, что если ты захочешь выпить, то можешь к нему подойти. Чак wanted to know if you needed a drink. He's got some. У него есть? Yeah. Да. Да, это бы помогло. Thanks. Спасибо. There was a map of Savannah in the cab. Там карта саванны была. I'll talk it over with Clementine. Make sure she's got a sense of things by the time we arrive. Good. Поговорил с Клементин. Она говорит, вроде там должна ориентироваться маленько, когда мы прибудем. Не факт, конечно, она же маленькая девочка все-таки. Hey, Ben. Hey. See you. С Беном нам не о чем разговаривать уже. Это был я. Что? Я давал припасы бандитам. Что? Это все моя вина. Зачем ты это делал? What for? Why the hell would you do this? They said they had my friend. Они сказали, что у них мой друг. Что он с ними? Когда я понял, что у них нет, уже было слишком поздно. Они сказали, что они убьют меня, всех нас убьют. Прости, Ли. Твою мать, ну что ж ты за придурок? Все еще хочешь со мной разговаривать? Дурачок ты. Ну да. Мне очень жаль. Let's drop it for now, okay? Давай пока это забудем, хорошо? See you. Yeah. Натворил ты. Наломал дров. Все из-за него, считай, произошло. Hey, Clint. Hi. Я хотел поговорить о саванне. Я тоже. И что мы там будем делать, когда туда попадем? Я не знаю, что ожидать. Город может быть плохой или под контролем. Я хочу сказать, мы же команда, ты знаешь. И нам нужен план. Когда поезд остановится, мы должны знать точно, что делать. План. Мне нравится. Хорошо. Мы должны посмотреть твоих родителей, поискать. Правда? Должна знать, если они в порядке. А если нет, то что с ними произошло? Да я уверен, что с ними все в порядке. Да, оставайся позитивным настроем.
Так папа говорил. Посмотри на карту. Если сможешь выяснить, где они были, мы оттуда начнем. У нас здесь большой кусок Хаваны. Они все время в одном месте, когда там туда ездят. Не волнуйся, мы выясним. Ты там бывала? Один раз. Подумай. Там много отелей. Посмотри на карту, может, вспомнишь. Называлось как-то на М. Дом Марш? Да-да-да, оно. Туда и направимся. Хорошо. Хороший план? Очень хороший. Могу я сказать своим родителям? Ну, ты знаешь. Конечно. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Я рад, что у нас план есть. И ты хороший стрелок. Спасибо. Черт. Держитесь все. Что там такое произошло? Это не объедешь никак. Твою мать. Ну, непереводимая игра слов. Может, пешком пойдем? Это глупо, Бен. Я просто предлагаю. Я не знаю. Наверное, мы с этим сможем справиться. У нас же поезд. Это не молоко в ней. Это топливо. То, что взорвется. Ты должен успокоиться. Продолжите орать. Вас сожрут. У вас проблемы? Потому что мы еще дальше пойдем. Нет, мы дружественные. No, we're friendly. Put your hand down, kid. That's what everybody says. Так все говорят. We know. Мы знаем. These guys are break. We'll see. You guys got a problem with your train? У вас проблемы с поездом? You're standing right in front of it. Да, ты стоишь перед проблемой. It's not so bad from up here. Отсюда все не так плохо выглядит. Пошли здесь сюда своего человека. Что-нибудь не так пойдет. We won't let them escape. Мы не дадим им убежать. Проблема. Как ни посмотри. Конечно, все, наверное, видели видео на ютубе, как там поезд сносит просто многотонный грузовик, как песчинку. Я поднимаюсь. Лучше бы вам не убийцами и не ворами быть. Тебе нужно выяснить. Группа людей — то, что нам нужно. Это... Тебе кажется, а вроде мы неплохо справляемся. Пока. Прекрати. Амид, Криста. Что с поездом? Мы его ведем. Ух ты. У нас плохой день. У нашей группы. Все в порядке. Да у вас там пацанка. What are you doing up here? Ты что тут делаешь? Знаешь, как давно я не видел ребенка? Как твое имя? Клементин. Oh, so he gets to swear. Well, this is great. See, things are looking up. Вещи становятся получше. Ты не ее отец. Он там внизу? Это что, так очевидно? Для меня, да. Нет, его там внизу нет. Что за история у вас? Я с ней был, когда все это началось. С тех пор. Я встретил Клементин один. First day all of this happened. We've been together ever since. С того момента мы вместе. А там внизу все нормальные? Бен молодой и тупой. Ben's young and stupid, and I think hungry. Но безвредный. The first two things you said don't really go with the third. Первые две вещи с третьей не так уж вяжутся. No sweat. За ним просто присматривать нужно.
I'm sure you can say the same. Нам тяжело там пришлось всем. Нам жаль, что с вами это все произошло. Но поезд офигенный. Но вот это настоящая проблема. Мы вам поможем, но если что, мы пойдем своей дорогой. Нельзя просто проломиться. Опустите ее, если сможем, то, я думаю, остальное будет очень просто. Мы спустимся и решим, что же с этим делать. Короче говоря, они хотят к нам присоединиться, если мы нормальные ребята. Они вроде, ну, вроде неплохие, по первым впечатлениям, да? Так, что у нас тут? Аварийка. That's about the only useful thing in here. Единственная полезная вещь-то. Тут в багажнике ничего. Тут коробка с инструментами, кстати говоря. It's empty. Пустая. А это генератор? Или нет? Похоже, что больше тут делать особо нечего. Чем мне можно вот с этим разобраться? There's no way I'm pulling anything apart down there. Отсюда, говорит, я ничего вроде как не смогу сделать. Че, я должна вашим ребятам план сказать или что? Че ты какая-то борзая девочка? Let's go talk to your people, man. Иди с своими людьми поговори. Амит, что? Короче, давайте до них донесем благие вести. Это Амит и Криста. Не очень-то приветствует. Тяжелый день был у нас. Мы хотим просто поздороваться и сказать, что ваш поезд крутой. Но мы не ищем. Но можем вам помочь. Они просто срежут этот топливный бак. И продолжит путь. Хороший план. I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably. Он покажет им, как это работает, если что вдруг произойдет. Someone might want to have a look inside of that station back there too. Sounds great. Кому-то нужно в станцию взглянуть. Ну пойдем. Столько дел. Это, я думаю, последняя наша задача будет на этот эпизод пробраться дальше. Если попытаемся проломиться, будет за огромный взрыв просто. Так, ну ладно, я что-то сегодня времени не засекал, то есть на эту серию. Ну, я думаю, на сегодня будет достаточно, вернее, как на сегодня. На эту серию, в общем, будет достаточно. Увидимся в следующей, и там, собственно, продолжим этим заниматься всем. Надеюсь, вам нравится, потому что это, по-моему, очень круто. Очень много таких именно душевных моментов в этом эпизоде. И это, по-моему, хорошо. Собственно, увидимся в следующей серии. Как я говорил в предыдущей, возможно, она будет последней. Но я не спешу ее пройти. Мне чем больше, тем лучше. И вам, надеюсь, тоже. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.